Творческие постановки, песни и пляски. Так встретила шахтерская столица день первого президента. 1 декабря сразу в трех местах нашего города состоялись народные гуляния. У памятника Бухаржирау, на площади у Стелы Независимости, а также сквере Касыма Аманжолова. Подробнее далее. Даже лютый мороз не остановил карагандинцев весело отпраздновать день первого президента. Народные гуляния в этот день прошли сразу на нескольких площадках шахтерской столицы. В центре города прошли особо массовые мероприятия. Сельчане Бухаржирауского района организовали концерт у памятника Бухаржирау. Декабря в городе прошло большое количество мероприятий. Одновременно на 17 площадках состоялись соревнования, первенства, конкурсы, выставки, концерты, массовые гуляния, а также молодежные флешмобы. Удивительно, но такой размах проведения праздников в Караганде и во всех других городах страны не наблюдался уже давно. Словом, день первого президента стал большим народным праздником. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Бауржан Алипов, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.